Ого! Ого! О, что? Совершенно случайно находит. Что это было? What the fuck? Вечер добрый, дорогие друзья, с вами Квантум, с вами Медалист, с вами Мехакер и с вами Би. И добро пожаловать сегодня прятки в CSGO. Друзья! Здравствуйте! Сегодня огромная карта, будет много троллинга и угара, все как ты любишь. Приятного просмотра, про подписки не забывай, но мы будем начинать, поехали! А перед началом ролика мы попытаемся поднять новый дроп на Cases for Real. Cases for Real подходит для этого как никто другой. Здесь огромная коллекция всевозможных кейсов, которые постоянно обновляются. Есть крутая бонусная система, где выполнив всего пару действий, ты получаешь крутые бонусы. А еще здесь есть бесплатные кейсы, и за каждое пополнение ты получаешь бонусные монеты, за которые можно открывать специальные кейсы. Предлагаю по классике начать с тайного. Открываем тайное за 700. 49. Я надеюсь, это будет окуп. Кровавый спор. Да, это не окуп. Вау, Global Elite Case за 1950. Дигл, не доедешь, что ли? Серьезно? Я даже думаю, хорошо, что он не доехал, потому что это офигительный окуп. Это М-ка. Можно открыть кейс Капибары. Кто выпадет? Здесь серое, все синее. Если даже голубое выпадет, будет неплохо. А тут даже и розовое. Фиолетовое. Тоже, кстати, окуп на 5 рублей. Это Cases for Real. Ссылки на проект оставлю в описании. Также в описании будет промокод, активировав который, ты получаешь бонус от пополненного баланса. Это честный промокод. Он в описании, как и ссылка на сайт. Помни, главное вовремя остановиться. Ну а мы продолжаем. Все, я тоже кое-что нашел. Еман, у меня тут сложная, хорошая. Только что я видел эту охренеть. Отражение в зеркале? А чё ты меня так душишь, так он тумеет? А чё ты меня Рица называешь? Что поделать ты? Немчура, бля. Ну вот то же самое, что поделать. Ты скорее про Халдора. Ну ничего, Медалист, мы толерантны, все, тебе повезло. Слушай подсказку. Нету. Вот это мне... Подсказка хорошая. Это Дарт. Слышал? Он Дарт Вейдер, реально. Он Д'Артаньян, нормально, вообще повезло, повезло. Какой Д'Артаньян? О, реально, со шпагой. Почему ты сразу залез в ящик? Ты что там? Думаешь, мёд там тебе намазан? Или я там есть? Еще... Как ты попадаешь? То есть ты хочешь сказать, если бы я снял ящик, ты бы меня сейчас убил, да? Сто путь ты там сидишь. Фига ты культурный вышел за... На, понюхай дым. Я двоих-то этих вижу, потому что... А я уже все. Ты меня не видишь. Ну я это делаю не впервой. Понимаешь? Видишь, Петру? Ну вот-вот оно все и стало на свои места. Да, блядь, постоянно ты у меня перед глазами маячишь. Походу, эта серия будет... Называться «Я сдох». Отличное название. Он достал тебя. Медаль, зачем ты испортил серию детям? Ты убил Билли. Как-то быстро он туда нашел телепорт. Надо полоснуть дядь Мишу. Я вижу, Медалист, короче, телевизор с хромакеем. Ты у меня дома? Выйди из-под стола уже, куда место. Причем тут настолько все странно получилось, что я сразу тунычку нашел, она была офигительной просто. О, зашел. Не, Дима, ну ты красивый, конечно. Очень. Вы что, народ, не то, что вы... Погнали нафиг! Ой, залез куда-то. Куда залез, непонятно. Непонятно, а главное, зачем. Нет, понятно, откуда вход. Ага. Все понятно. Данилку с ЭБМ дал. Миша! Позвони! Позвони! Таксофон! Миша единственный берет человек, который до сих пор домашним пользуется. Я лучше сам себя не заскамил. Тихо-тихо. Не дайте ты нафиг замало! Я не слышу, где этот грюк. Реально, у Миши позвонили, я думал, это на карте. Я думаю, что меня зачем он здоровается? Даня, Даня! А он хрен выйдет здесь первого раза. Ты знаешь куда-нибудь нычку бей? Куда убежать здесь можно? Он тоже знает. Давай, не давай. Не прыгай, не надо. О, а как выйти? Хорошо. Понятно. Вы затрахали. Да ты сам отстань от меня один раз. Зачем ты дверь закрыл вторую? Не знаю. Причем просто рандомную дверь закрыл. О-о-о-о. О. Ого! О, что? Совершенно случайно находит. Что это было? What the fuck? Дима просто пробежал, смотрит на Даню. Я тоже в офиге. Ой, я не видел. Это трындец был. Прямо из стены торчал, вот весь из стены торчал, короче, ты такой вбегаешь, смотришь, такой, типа, ну ладно. Ты, сука. Врёшь, жук?
тут? Ё-моё, получается. Я забыл, что дядя Миша живой. Забыл. Миша, тебя вычеркнули из жизни. Забей тупо все. Слышал? Ты в моем бараке? Нет. Я в твоей рейд-кибитке, заходи. Рейд-кибитка? Ага. Миша, а я к тебе приду, поможешь тебе прийти? Да. Ты оставил граффити где-то тут, но я не вижу граффити. Данил. А, да, Миха. Чтоб попасть ко мне, лезь на крышу. А как туда залезть? Пи***кер. Миша, он в дом пошел. Я не знаю, как залезть на крышу, вот в чем проблема. Контент. Вообще контент, трындец. Контент, вообще которого жесть. Мы заслужили. Я вижу знак, не буду говорить кого, но конкретно означает знак инвалида. Это мой. Зашел, зашел, резко залетел. Посмотреть на знак. О, действительно, знак, оказывается, имеется, да, такой? Бот на медалисте. У меня пришла еще идея. Подожди, у меня пришла идея. Ай, не успел. А, время вышло, все? А почему 58 хп? Ты почему такой неполноценный? Двигай задом, а... Это трендец, он сейчас сюда зайдет, а тут все накурено. Да, это и будет просто по линии прямой пойдет. Капец, ты не просто бот, ты реально бот. Дима, стой там, он в тебе появится, застрянет, зарежет тебя нах. В это время у тебя все равно 58 хп. 59 считать умеешь? Не знаю, 58%. У тебя с процентами хп. Проблемы. Вот, зашел, петушка. А что ты так сильно обижаешь? Это Дарт Вейдер. Он не отличает просто, у него проблемы, забей. Пацаны, кто будет рабин? Что такое рабин? А, это еда вкусная какая-то. Такой милий, смотрите, какой у него литика. Милиолитика. Да. Миша, это не вход, это телепорт. Латексный медалист. Хочешь меня, блядь? Нет. А пацаны, ну вы сами, отец. А ты поэтому таки, может, задом повернулся? Био на тебя залез. Не надо, я знаю, на что это расчет. Жопа некрасивая, Дима, слезь. Чё, по-моему, красив был отцовую? Что происходит? Хочет сыграть на нём. Давай сейчас придёт в оба, сдохнет. Давайте хотя бы один сдохнет. Видалец, ты не устал нажимать пробел вопрос? Мне вообще по***. Я пальцы ревирую. Капец, ты бот просто, он же минуту просто прыгает на Би. А Би в ответ подпрыгивает, тут какие-то страшные сцены. Горитос. Нафиг ты, дымык! Очко. Сейчас заходит Миха и просто мы... Ну я хотя бы увижу, что у вас уходит хп, я понимаю, что мне на 180 развернуться нужно и куда-то бежать. Очко. Вижу, готов встретить смерть лицом к лицу. Да я выйду, да я выйду! Посмотри, вот Би мужчина, он развернулся, он смотрит. Да я жопу тебе не поворачивайся. Если меня пропустишь, я выйду, тебе нет веры. Да на мужика нахуй выйду. О, Би! В чем проблема, меня выпустить, когда я хотел выйти. Так ты бы не вышел. Я вот на мужика сказал, не пропускал. Но... Он прям за мной бежит, да? Нет, нет. Можешь остановиться, постоять, посмотреть по сторонам. Миш, может не надо? Может надо, Данил. Забей, Миша. Да ну нафиг! Хорош, ты вообще. Да ты прыгай. Что происходит? Что за адский балкон? О, я вышел раньше, как приятно. Это что, кэшбэки, что ли? Да, раньше. То ли, ну я не знаю, я должен, наверное, 8 ровно выходить, а я вышел не ровно 8. Все-таки кто-то топает. И самое главное, где топают? Ну и куёбзиться. А так, ну. Никогда не было так страшно. А чего ж тебе страшно, я не понимаю. Опа. Нет! Би, привет! Ну, Дима, шараю здесь, Дима, медалист спалил тебя. Я искал нычку, а не шараю. Там было все по правилам. А вообще, а какое производное у этого слова? Это по шарам, что ли, долбиться? Как это вообще так понять? Ну, ты же тормоз. Земля плоская, шары. SCP засад! Это дядь Дима, что ли? Это Дима был. Да нет, наверное, я такое не говорил. SCP засад! Да это дядь Дым. Да это не медалист, ты чё? Еще раз включи. Да просто Мише нравится куколдить за этим. Время тянуть. Данил, ну смотри, идешь в комнату, короче, где SCP сосать и прыгаешь в окно резко. И там был бы Дима. А чё он молчит, он свалил оттуда? Да не разговаривайте со мной, я стесняюсь. А где он здесь был? Дядь Дым, опасно себя ведёшь. Да, 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 мне надо где-то спрятаться. Дядь Дым, он стоял здесь? Не шуми, главное. Сам. Он не здесь стоял, он был, ну, типа, снизу. Так? Дядь Миша, спрячь меня там у себя наверху. Наверху. На каком, наверху, интересно? Охренеть вы боты. Давай, привет! Этот Бэтмен... Я Бэтмен! А, я не Бэтмен, это Д'Артаньян, вы чё? Миша, не пролез. Ты запарил топать по дому? Да, Миха, он сверху.
На долбанной двери! Не могу не согласиться. Да вообще трындец. Ну все, Миша, это конечная, короче, забей, тут не убежать. А дверь открываться будут? Нет. Сука. Да я тоже так подумал. И зря так сильно пальчик, потому что он вышел. Я к вам вышел прогуляться. Ё-моё, ты серьезно? Минус нервы медалиста. Это... А какой ты этаж был? Это был первый, второй этаж. Ага, он на втором этаже. Это то, что мы любим. Ну, это на первый, да? А, нет, я знаю, как залезть сюда, кстати. Это вот тут так вот можно залезть сюда. Вы все по крышам топаете? Нет. Привет. Такие, просто на крыше, и как, блядь, туда попасть? А вот. Подсказку, это из дома или с улицы? Ну, конкретно у нас из дома. Конкретно я уже в доме. Ну, я видел. А что такое? А как? А я не помню. Ты хочешь показать ему, Би? Биночку нашел. Спасибо, Би! Ты вот реально глупый, ты прошел, ты открыл. Там внутри той? Да, он нашел на куху вообще лютую. Зверскую, я бы сказал. Бля, вы все звери. Ё-моё! Медалист в окно зырит. Нет, медалист, ты не сможешь. Упал с карниза, бедолага. Да как туда попасть? Он с третьего раза залез на карниз, встал на него и упал с него. Нет, такая обида, наверное. Я заходил, вылазил. Медалист, встань к своему домику, я тебе подсказку дам. Видишь меня? Причем эту хуйню нашел. А, Би, походу не ты эту нычку нашел. Да, я и говорю то, что не я. Это не ты ее нашел. Он куда-то залез там. Пытается залезть, да. Лестницу спили. Стремяночку украли опять. Ой, Паша, стремяночку. Д'Артаньян без стремянки. Тихо, что это? Я теперь в нашей нычке как раз таки, пацаны. Там Гитлер. Там орёт что-то, там кому-то плохо. Драгон Лора нарёт. А. Да ёб***ь, ты тут залазил, точно лестница была. Медалист. Серьезно? А с тобой все нормально. Что не так? Пробежал, я не видел тебя, если что. Упал. Ну я к вам так никогда не пройду, если вы будете заниматься. Какой? Ну, убирать сетку. Какую сетку? Рапицу? Это я. Это кто убирает? Фундумец, ты? Нет. Нет. А, он нашел проход. Данил, беги! Ну это, я знаю, как туда попасть, но если убирать, туда невозможно попасть. Так ты сам пофиксить, причем можешь? Что ты мне-то говоришь, предъявляет? А че он дальше не полез? Он... Я не могу, там, блядь, это, сетки нет. Так сделай ее, я вообще уже ушел оттуда. Be careful, careful, no. Я вообще... It's not good idea. Run. Хотя бы в пчелу. Ой, что-то у него плохие намерения. Еще и с гранатами, я и так вас найти не могу. Вы что, не умнули? Даня, спасай. В дом на второй этаж заходи. Да он далеко. Хожу. Беги! А тут урон от падения, кстати, есть. Он отстал, нормально. Отстал? Он не туда зашел! Он отстал и... Да нет, он умный. Ты чего? Не обижай его. Офигел. Он на стул лезет, ты уж там по улице пару кругов намотал, а он еще в той комнате. Выйди к своему домику, дядь Дым. Дядь Дым. Он просто по дому туда сюда гоняет. Я не ебал, как попасть на... крышу! Бляк, я вот знаю, где ты на... Бляк? Что это такое? Бляк. Что за выражение? Бляк. Аллаш мне взад. Тратил мне в жопу. Бляк. Истребитель авангарда. А он на первом или на втором? Он на втором. Крейсер тебе в бухту. Куда ядерный потенциал? Вам в жопу, блядь. Я свалился. Нет, бля, идите на... О, я на его трейд кибитки. О, медалист, присядь. Нет, ты присядь. Я первый попросил присядь. Ну ладно, давай. Садитесь друг за друга, пацаны, я, пожалуй. С вашей хуйни. Там что? А, слышишь, это там есть выход? Дядь Миш тут лазит, в шкаф залез. Он же вышел! Да. Конечно, вышел. Я свалил нафиг. Потому что я был в камине, я выхожу, а он зашел туда. Мне очко было бы. Я хоть успел убежать. Да, выход есть. С другой стороны, выход. Типа, да. Ну, это баг. Выход. Это как медалист говорит, бляк. Бляк. Не понял, дядь Дым. Мне хакер убил медалиста, what the fuck? Я упал просто на него, потому что я нечестно там ходил. Ну он бы ушел, ты выпал бы. Медалист погиб, мне хакер, услышь подсказку. Слышал? Это было громко. Д'Артаньян прилетел. Это не он, это я! Это я! А Би как сдох! Ну вот я не знаю, хули он меня заметил. Как ты меня заметил? Ну что, дурной что ли? Миша, рейд кибитка.
Я просто помню телепорт туда, но не помню, откуда он. А, ты серьезно? Там телепорт есть, я бы офигел. Турун-турун, тутун, турун-дурун-дурун. Я не знаю, где ты, Миша, потому что его там нет больше. Подсказка, Миша. Ага. Здравствуй, ёлка, Новый год. Здравствуй, небо в облаках. О, паркур. Что? Паркур. Паркур, паркур, новое движение, путь самовыражения. Знаешь, как натягивают, вот, короче, звездочку на елочку. Здорово, Даня. Здорово. Даня прыгает. Как я застрял, я не понимаю. Я сдох на первом, у меня причтение. Я видел причтение. В очередь на первую он сдох. В очередь на смерть? А я что делать буду? А ты где? А вы где? А вы как? А вы когда? Дядь Миша. Ого, вас здесь двое! Сзади, сзади, сзади! Обалдеть! Господи, би! Да, блядь, ты читаешь, блядь, меня, заебись! Я слышу, а не читаю. Господи, би! Спасибо, Миша. Ну, не, конечно, да. Да ты бесишь. А Миша пошел уже. Отсюда. А, ты же так? Я же забыл. Ты дурной, ты только что там сидел, забыл все. Хорошо. Так, прижмись к обочине. Оте-поте, нормально. А все равно я прям хорошо за тобой по твоему звуку шел, прям прислушался четенько. Все-таки дал задницу, я так хорошо пролезть мог. Все-таки дал задницу, конечно, ну такое. Миха, Миха, Миха. Михамир? Миха, хер. Михаил, хер. Здорово! Чего? Это телепорт квантум был. Это что за прикол? Телепортировался, здесь ты стоял. Так как, Миха? Я еще на кухню нашел, кстати. Би, сюда, 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 заходи, сюда. Да вот он я. Понял, понял, понял. Как вы меня затрахали, блядь. Здесь... Ой, она сбоку выходит. Здесь что-то еще есть, как будто бы. О! Какой этаж? Первый. О, вот здесь сиди, 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 Би, сиди здесь, понял? А, да, 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 да. Хорош! Да, да. Медалюка, слушай подсказку. Это, знаешь, это очень плачевная ситуация будет, если он внимательный. Мы на втором этаже с Би. Он здесь. Это очко, Би, забей, тупо это забей. У тебя такое лицо. Кажется, будто ты не железный, а будто ты в латексном костюме. У меня тоже такое ощущение. Медалист. Пока. Подсказку слышал? Медалист. Беги, Миха! Сука! Это был скам, 300 IQ! Так работало хорошо! Ну ты не прочел IQ! У тебя красным появляется, когда ты вниз становишься. Ах ты падла! Не, я знал. Враг квантум! Ой! Он завалил меня! Так, все дверьки закрыты, как же плохо. Да, я закрыл дверь, когда заходил. Кинычки ведут на его домик. Я пошутил. Блять, я в сторону побежал. Все, мешачко. Что? Я сам себя заскамил. А, да дым, вы нашли кого туда. Кого он первый найдет? Это я телепорт, вот думаю, из дома на первом этаже. На первом этаже? На первом этаже? Сколько там телепортов на первом этаже? Миша просто решил закончить эту игру. Я хотел на нефтезавод залезть, а он прозрачный весь. Подлый. Смотри, Би, это не стены, в стены прыгать не нужно. Нужно прыгнуть... А, вы даже сюда попали? Короче, нужно прыгнуть в потолок и нажать на Е, на один из светильников. А, еще и комнаты. Сюда-то вы по-другому попали? Да. Вот так вот. А. Давай, Медалист, начинается игра теперь. Get to the chopper! Муха-муха! Я подсмеялся, Даня. Тоже. На этом все. Это были прятки в CSGO. Дарт Вейдер против желтого робота. Спасибо за просмотр. Не забывай про подписки на канал. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока-пока. Всем пока. Покедова. Пи-пи-пу-пу-чеп.